Добрый вечер, дорогие подписчики, с вами Джейден, и добро пожаловать в игру Skyrim. Сегодня, ребят, мы с вами посмотрим на новый геймплейный мод, который изменяет боевку, движение, ходьбы, бега и вообще движение, модули самого скайримского, вот этого топорного, все это изменяется. Самый такой простенький мод в установке, один лишь файл, который изменит столько всего. Я бы сказал, что это лучший мод на геймплейный такой, и самый простой. Есть немного сложнее, да, там разные установки и так далее, нужно там все вертеть, крутить. Но здесь только одна установка, больше ничего делать не нужно. Ладно, начну с двуручного оружия, изменяются атаки, то есть самые обычные, самые простые атаки изменены. Есть еще также модули на одноручное оружие, все это я вам ссылочки в описании оставлю. Мод обновлялся, как-то я вам показывал его в новых модах, да, помните, если кто смотрит топы модов новых еженедельных. Он после этого еще два раза обновлялся, и до сих пор, я думаю, что желаю ему, конечно же, этому моду обновляться. Автор очень шикарно сделал то, что придумал такой вот новый модуль в Скайриме, а то он скайримский топорный просто уже надоел. Кто играет очень давно в Скайрим, да, до сих пор, кто-то забрасывал, может быть, кто-то, может быть, возвращается как раз-таки из-за новых модов, то, думаю, этот мод пригодится. Очень много про него спрашивали, почему у тебя такие движения, почему ты так... И от первого лица, почему ты так ходишь? Почему у тебя оружие на плече? Что это? Что у тебя такое? В общем, все эти вопросы, ребят, закрывает этот видос. Надеюсь, что вы его в закладке куда-нибудь добавите, чтобы сохранитесь. И вообще, в своей сборке, если играете, добавьте этот мод обязательно, потому что он вам преобразит вообще половину, наверное, всей игры, с чем вы вообще можете играть в Скайриме. Потому что движения вот эти все охерительные, даже... Давайте я вам покажу с одноручным оружием, думаю, будет прикольнее показать. В прыжке можно сражаться, а? Всегда мечтал в Скайриме в прыжке кому-нибудь надирать зад. Так, медведя уж не будем, пойдемте вон найдем кого-нибудь. Например, вон там наверху стоят пчаны, с ними сейчас разберемся, немного подойдем. В общем-то, можно в прыжке наносить удары. Это прикольно. То есть ты можешь как бы повеселиться немного такой вот системой, да? Потому что раньше такого нельзя было. То есть, прыжок, ударил, прыжок, нанес, прыжок, не знаю. Хоть как, отбежал, отпрыгнул, от удара, может, отпрыгнул и так далее. Также, ребят, помимо этого, давайте возьмем лук, я вам покажу, как можно стрелять с помощью лука. Смотри, даже движение, когда ты бегаешь с луком или с оружием, у нас с помощью своего же персонажа веса меняется его, как сказать бы, движение, скелет, что ли, я не знаю. Он, когда рывок делаешь, резко вперед опирается такой, некий такой быстрый рывок делает и продолжает потом потихонечку дальше бежать. В общем, тоже шикарно. Смотри, натянул, прыгнул, выстрелил. Прыгнул, выстрелил. Не знаю, почему меня это забавляет, когда ты в прыжке сражаешься. Все потому, что в оригинале в прыжке нельзя было сражаться, а сейчас в прыжке и натягиваешь, и сражаешься в прыжке. Это, конечно, не так функционально по урону там, по какому-нибудь этому, зато шикарно так сражаться. И еще что изменилось? А у нас еще изменилась, получается, анимация от подкрадывания. То есть подкрадываешься, как ты сражаешься. Давайте возьмем двуручное оружие. Двуручное оружие возьмем. Я вам покажу. Так, возьми, пожалуйста, в руку. Что происходит? Вот, например, силовая атака. Вот, он немножечко тоже изменяется. Помимо этого, давай покажу посох. У меня есть посохи. Баба-джек. И еще один бы посох найти, я бы вам показал. Так, анимация, например, просто боя, тоже изменяется с помощью посоха. Так, в медведя бы не попасть, а то будет беда. Хотел вам показать удар посохом, но, видимо, не судьба. Есть еще такие вот мини-кувырки, которые ты можешь совершать на Ctrl. Так, секунду, на Alt. Вроде бы, на Ctrl. Да, на Ctrl. То есть я кнопками запутался. Например, бежишь, тебе нужно прыгнуть. Просто нажимаешь на Ctrl. Просто бежишь по лесу. Отбежал или отстрелил, кувыркнулся, повернулся. Также от первого лица. То есть смотри, мы двигаемся, у нас камера немного пошатывается. Это, конечно же, так взгляд пьяного зайца, пьяного индейца. Но все равно прикольно, ты чувствуешь свой вес. Немножечко ты чувствуешь мир. Ну, вообще, в общем-то, все чувствуешь. Опа! Кувыркнулся от первого лица. Забавно?
Прикольненько. Хотя бы увидел, что на потолке. На каком потолке? Может быть, на небе, болван? Ты спросишь меня, что еще изменилось? Ох, если бы я вспомнил. Меняется, ребят, тут, в принципе, много чего. Давайте возьмем одноручное оружие. Двуручное. То есть одноручное в обе руки, твою мать. Силовые атаки, к сожалению, не меняет, но автор планирует обновляться, поэтому ты можешь свои моды на силовые атаки установить, он не будет конфликтовать, потому что они не затронуты. То есть смотри, я наношу стандартные удары, скайримские, и это все стандартные силовые атаки. Они вообще никак не изменяются, что шикарно, есть, в общем-то, с чем вместе все это соединять и получать свои комбинации, так сказать бы. Помимо этого, бычаны, можно еще посмотреть на анимацию с щитом. Ну-ка. А? Видал, как могу? Ну, это не обязательно от щита так можно делать. Зато можно от всех стрел с разных сторон уворачиваться. В общем, Мишка, наш милый Мишка. Давайте забежим прям в предачелу к нему. Так, идешь... А, да, щитом. Можно сражаться, кувыркаться, прыгать и так далее. В общем-то, смотри. Вбок. Отпрыгнул. Отсюда. То есть щитом можно различные штуки творить и постоянно им бить. Не знаю, ванилки ли можно так делать или нет, но, по-моему, ванилки так все всю эту систему продумать на свою такую боевку нельзя. Этот модуль этим и уникален, то, что можно использовать вообще различные комбинации. Плюс еще у меня здесь стоят стандартные анимации боя. Если вы установите какие-нибудь свои... Я по-любому знаю, что у вас есть как-нибудь там супер двуручная анимация, атака там вперед, там выпад и кувырок через себя, там через яйца, и яйцами ударил и все, отскочил. На всем все, ребята, сохраните этот мод в закладке, чтобы не спрашивать постоянно о нем. Я, конечно же, с ним буду играть еще очень много, потому что здесь абсолютно все круто и устанавливается вот очень просто, то есть тут, ну... Камон, движение просто класс. Я когда-то давно мечтал именно об этом моде, который изменит настолько все шикарно, боевку и так далее, потому что стандартный Скайримск уже просто задрало. А здесь прям-таки все есть. Поэтому сохраните, вам пригодится по-любому. Ну, а с вами был Джайден и яйца вон того оленя. В общем-то, да, подписывайся на канал, если ты еще не подписан. Ставь палец вверх и... И что, и все. Пока, еще услышимся.